Казанский федеральный университет стал местом проведения саммита передовых научных исследований. На открытии саммита присутствовал премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Марина Боровская, руководитель агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минулина, главный редактор Всемирного рейтингового университета Times Higher Education Фил Бетти и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Искренне надеюсь, что открываемый сегодня в стенах нашего университета столь представительное мероприятие позволит лидерам высшей школы установить новые перспективные и долгосрочные партнерские отношения с коллегами, содействовать созданию новых значимых международных научно-образовательных проектов и коллабораций. Мероприятие началось с обхода, на котором гостям были продемонстрированы беспилотные модели КАМАЗ, разрабатываемые совместно с Казанским федеральным университетом. Саммит, проходящий на площадке Казанского федерального университета, продолжится до 31 августа. В этом году его участники обсуждают будущее медицины, развитие высшего образования в качестве локомотива регионального развития, инвестиции, а также другие актуальные вопросы современной науки. Любое мероприятие, оно нацелено на то, чтобы и республика, и столица Казань была более узнаваема, но от любого мероприятия всегда синергетический эффект. Не только для республики, но и для самого высшего заведения, конкретно для университета, для всех университетов и институтов, которые расположены в республике. Кадры решают все, а квалифицированные кадры решают еще больше. На данный момент система Высшей школы Российской Федерации прошла все этапы концентрации ресурсов. Ее сегодняшние шаги ориентированы на связь с работодателями и выпускниками, которые постепенно становятся главными отраслевыми партнерами научных учреждений по всей стране. Роль университета одного, она усиливаться должна тем субъектом, который понимает эти задачи. Мне кажется, мы присутствуем здесь, как раз здесь такая территория, где и все руководство Татарстана понимает задачи университета. И вот мы видим эти отличные эффекты, как они в действии проявляются. На данный момент образование – это основа развития Татарстана, согласно стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года. Российская Федерация – страна, как вы знаете, самая большая в мире по территории. Конечно, она дисбалансирована, в том числе и в смысле развития науки и образования. У нас на сегодня есть на территории страны точки, которые мы действительно можем назвать достойным таким вот хабом для развития образования и науки. Республика Татарстан – это точно сегодня такая точка на карте Российской Федерации. И мы надеемся, что мы сможем себя так назвать и в дальнейшем на глобальном рынке, на мировом. В работе саммита принимают участие 250 экспертов и лидеров мнений в области развития высшего образования и науки из 20 стран мира, а также более 30 спикеров мирового уровня. University is clearly has great physical infrastructure. It has outstanding provision in several areas of academic excellence. So it's a great opportunity for it to raise its profile on the global stage. We know it's got great strengths. It's one of the leading universities in Eurasia, one of the stronger universities in Russia. And I think actually events like this, we can build on the strengths to raise more awareness, raise its reputation and raise its global profile, which will also help attract more talent, more partnerships and strengthen it even further. В рамках саммита состоится объявление первого рейтинга Times Higher Education университетов стран Евразийского региона, охватывающего Афганистан, Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Иран и другие страны. Рейтинг Times Higher Education является единственным глобальным рейтингом, который оценивает университеты, активно проводящие исследования по всем их направлениям деятельности – преподавание, исследования, передача знаний и международное взаимодействие. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.